Здравствуйте, давайте познакомимся. Расскажите, как вас зовут и какую компанию вы сегодня представляете. Здравствуйте, меня зовут Ольга Челкова. Я представляю компанию Svitips. Это кэшбэк-платформа, IT-платформа Svitips. Расскажите, какие основные цели сегодня преследуете на этом мероприятии? Наша компания помогает предпринимателям, как начинающих, там и тем, кто уже состоялся на рынке, приобрести клиентов. У нас от 700 тысяч активных клиентов, которые пользуются нашим сервисом. На нашу площадку очень удобно и очень хорошие условия, лояльные установиться, как онлайн-магазины, так и офлайн-магазинам. Клиенты с удовольствием идут на нашу платформу и пользуются, потому что когда клиент делает покупки, да, через нашу платформу, он получает размер кэшбэка, а кэшбэк устанавливает сам магазин. Как вы считаете, какие тенденции нас ожидают в ближайшем будущем, если говорить про онлайн-интернет-коммерцию? Я хочу сказать, что онлайн сейчас коммерция идет большими шагами вперед, да? И у нас тоже очень большие планы. Мы сейчас сотрудничаем, работаем в 4 странах. Это Казахстан, Украина, Беларусь и Россия. И мы в 2021 году, наши планы уйти на Италию, Францию. Мы идем вперед. У нас очень хорошие условия. С каждым предпринимателем я готова обсудить все условия. Очень хорошие, лояльные. Но вы молодцы, стремитесь вперед. А если говорить все-таки об актуальных проблемах, какие вы наблюдаете сегодня, если опять же говорить про интернет-игроков? Проблемы? У нас проблем нет. Просто кэшбэк сейчас настолько развит, и все предприниматели с удовольствием становятся на нашу платформу, как онлайн, так и офлайн. Ecom Expo 2019. Retail.ru. Фирма 1С.